Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Crystal Siege. Так, ну что, у нас заснеженные горы и третья миссия. Баррикада. Этот важный торговый маршрут в Crystalwood перекрыт ордой демонов. Многих интересует ответ на вопрос, как долго она сможет продержаться. Да, вопрос очень интересный. Так, ну что мы с собой возьмем? Да, наверное, так и оставим, я думаю, да? Пожалуй-ка. Ничего я здесь не буду менять. Так, молнии, кристаллы, которые нельзя сдвинуть. В общем, да. Ох ты, новые башни, тайная башня. Башня солнечного луча, башня волшебника и башня алхимика. Так, если смотреть по атаке, то тайная башня, по-моему, бомбит не кисло. 70 до 140 атака идет. Это, конечно, ништяк. Скорость стрельбы 7. То есть такая медленная. А вот у башни солнечного луча 3,6 атака, но зато скорость стрельбы 142. Да. Надо будет, ребят, все это проверять в деле. Так, ну что. Вон они, наши кристаллы. Они будут идти снизу, я так полагаю. Значит, нам надо здесь делать обалденную оборону. Поставим электрическую. Так, здесь, наверное, артиллерийская башня пускай стоит. Пум-пум-пум. Так, ну, без магической, естественно, ребят, никуда. Блин, вот меня бесит, что здесь есть вот, видишь, вот эта вот зеленая. Она, ребят, закрыта. И нельзя купить, как во многих играх, знаешь, эту ячеечку. Так, давай-ка мы, наверное, сюда тоже поставим электрическую. Я не знаю, нужен ли нам лучник, пригодится, может быть. Нет. Блин, давай, наверное, все-таки магическую башню здесь поставим. А здесь я поставлю лучников, блин. Они еле-еле достают. Ну и, наверное, какую-нибудь замедляху. Ну что, в бой. Так, прокачиваем сразу урон нашей башни. Здесь, кстати, тоже надо будет скорость стрельбы прокачать. Так, это наги. Наглые наги ползут. Пока вроде ништяк. Так, здесь прокачаем уровень башни. Да как же ты медленно-то бомбишь. Опа, 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 опа. Скоростники тут пошли. Вот их-то тут как раз нам и не хватало, да? Гоблинов в расход. Сколько здесь волн-то будет? 14 волн, ребят! Да, это уже серьезный вызов. Так, я скорость стрельбы повышаю, но я что-то, ребят, не вижу, чтобы тут офигенно у нас бомбежка, так сказать, шла. О, башня у меня прокачалась артиллерийская. Так, давай следующую волну. Медвежонок идет. Эй, я думаю, что такое-то? Он у меня взлетел уже. Так, деньги. Кстати, нам надо открыть, мало ли что, ребят, здесь. Опа! А смертушка-то... Вот это жук, а? Вот это, ребята... Тихо, что такое? Ты смотри, горгульки выпендриваются. Ох ты. В первый раз что-то какой-то сундук получаем. Опа, ребята, что будем прокачивать? Атака 4-8. Ух, ё-моё. Тайная башня. Давай тайную башню посмотрим, ребята, что она делает. Ты видел? Вот это я понимаю, ребята, тайная башня. Лучом таким шпарит. Что мы можем прокачать? Можем здесь прокачать. Магическая башня. Опа, голем, ребят, идет. Да, урон он, конечно, получает вообще мизерный. Зеленый орк.
Лишь немногие встречались с зеленым орком в бою и дожили до нашего времени, чтобы поведать об этом. Они сильнее и быстрее обычных орков и способны нести до 3 кристаллов одновременно. Некоторые даже говорят, что они могут восстановиться после тяжелых травм за считанные секунды. Ты понял? Опа, это что такое? Это что такое тут? Орк появился, ребята! Как так-то? Я все, конечно, понимаю, но чтобы... Я в шоке, друзья мои, что здесь еще открылось. Блин. Это мне все усложняет. Ты просто не представляешь, как это все мне усложняет. Блин, они оттуда пойдут сейчас. Ёк-макарёк. Мне надо теперь на 2 фронта работать. И там, и здесь. И как я должен тут за всем этим успевать? Наги еще тут лезут. Не хватает денег, ребята. Опа. Там и бегуны, там кого только нет, ты посмотри. Если что, кристаллы будем замораживать, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, срочно выпиваем манну. Блин, вроде отбился. Вроде как отбился от этой первой волны. Так, что у нас там происходит? На 2 фронта очень тяжело, конечно, бомбить. Так, выпью, наверное, пробирочку на скорость. Офигеть. Да, конечно, так вот, что разделили здесь, это... Все только усложнили для меня, ребят. Так, что это, вот это выпадает? Я не знаю, ребят. Кто там? Эй! Драконы, ёпарасоте. Так, лучники, давайте по драконам пойдем бомбите. Так, башня, башня, башня. Урон 15, 50 и уровень. А вон и, ребята, опять зеленый орк. Он очень действительно сильный. Очень, ребят, сильный. Там куча медведей идет. У меня не хватает денег. Дай-ка я на всякий случай, ребят, сохранюсь. Точка сохранения пускай будет. Что если вдруг мы погибнем, чтобы начинали не все с самого начала. Тут артиллерию надо поставить. Куда ты бежишь, а, гоблин? Так, друзья, мне вот это не нравится все. Мне пришлось потратить на скорость. Да мы не успеваем, просто, ребят, не успеваем. Да давай ты иди туда-то, господи. Ну ты же видишь, что там трэш какой-то происходит. Это мумии. Я думаю, не надо говорить, что эти мумии делают у нас. Они вселяются в трупы, соответственно, да? Ой, мамочки, что происходит? Давай, хотя бы, я уже не знаю, что тут. Как тут с ними справляться, эти скелеты еще.
и мумии. Ты посмотри, они со всех сторон летят. То есть я не успеваю просто с ними. Вау. Да, тут, конечно. Офигеть, какая тут сложнотень пошла. Опять зеленый орк. Так, наверное, ускоримся здесь, чтобы быстрее его забомбить. Артиллерейку прокачаем. Так, лучники, давайте, родные мои. Есть. Блин, а еще 4 волны, ребята, должны пройти. Может быть, что-нибудь тут еще в помощь поставить. Давай, наверное, лучников поставим здесь. И вот эту башню. Так, это кто там у нас? На, это обычные орки, да? Так, выпьем манны чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой, там орда идет. А там с той стороны... А тут тихо все, по-моему, да? Конечно, лучше стоять там, где... Где есть хороший обстрел. Поэтому я немножко сюда смещусь. Блин, а там наги ползут. Хорошо. Все, тут справляемся. Так, башня. Что из нее сделать? Так, морозная башня... Кислотная. Давай морозную башню, наверное, будем прокачивать. Так, урон. Урон здесь. Здесь уровень повышаем башни. Я в шоке. Так, ребят, 12-я волна. Ускоряйся, родной. Тут поможет нам ускорение. Блин, опять тебе эта смертушка. Вон она ползет, ползет, она крадется. Эй, не доползла. Упс. Лучнички. Есть, красавцы. Так. Тут, понимаешь, что проблема в том, что... О, какая там орда големов идет, посмотри. И тут тоже. Ну там, по-моему, жесткая орда. Ё-моё. Чё нам делать-то? Как тут... Это, кстати, последняя волна, ребят. Им пофиг, мы их пробить не можем. По-моему, нам придется идти сюда, ребята, в бой. Брать ускорение и бомбить. Они даже повзрываться сейчас все. Вот-вот-вот-вот, начинаются взрывы. Тут лучники вроде бы прикрывают, но неплохо довольно-таки, да? А мы с големами тут деремся. Так, не надо подлагивать, пожалуйста. Так, а морозная башня кого там морозит-то у нас? Я видел, вроде как сработала она. Да ну нафиг. Кристаллы, замораживаем кристаллы. Блин, я тут не увидел, что у нас тут, оказывается, еще есть одна башня. Нет. Не позволяем здесь ему ничего сделать. Ты что, ты не достаешь? Нет, она не достает, ребят. Так, они утаскивают кристаллы. Я думаю, что такое-то? Он у меня уже в воздухе висит. Брось кристалл.
Опять брось кристалл, я сказал. Тащит он. Ты посмотри, какая жесткая последняя волна, ребят. Они все кристаллы, ну правильно, по три штуки таскают. Фух, по-моему, да, все кристаллы я, ребят, сохранил. Это, конечно, было что-то с чем-то. Но мы отбились, достойно причем. Уровень получим? Ай, чуть-чуть не хватило, друзья. Чуточку буквально. Так, ладно, открываем здесь, здесь и здесь. Не особо, конечно, хорошая награда. Так, герой. Что мы с тобой можем взять? У нас 2400 очков. Что это за... Так, блокировка. Скорость. Получаем опыт 46%. И сила атаки 24%. Вот сравнение идет. Я даже не знаю. Я вот ману, наверное, возьму. Этих пробирок тоже куплю. Блин, брать или не брать мне эту броню, а? Слушай, наверное, все-таки возьму. Я, ребят, возьму и поменяю. Вот так вот. А вот эту броню, наверное, мы продадим. А что это за колечко у нас? Так, сила магии 25% воздуха. Сила магии воздуха 25% запас ман и 17 регенерация. Наверное, будем все-таки... Подожди-ка. Снаряжено кольцо волшебника. А это я, наверное, продам, ребята. Потому что, ну, ты сам видишь, оно 825. Как бы, ну, не оправдывает, честно, себя. Поэтому я его продаю. 1800. Так, купим здесь. Вот это обязательно купим. Я уже, ребята, понял, что без пробирок, без бутылочек здесь нам делать, ну, просто нечего. Нас быстро уничтожат. Очков я не заработал, потому что уровень мы не получили. И мы переходим на четвертую миссию. Офигеть, тут монстров сколько. Так, раз, два, три, четыре. Еще четыре монстра будет новых, которых мы не видели. Новых. Ну что, маленькие озера в этих краях круглый год покрыты льдом и лишены каких-либо признаков жизни. Однако правильно подобранное заклинание может превратить их во влажную могилу. Во влажную могилу? Так, а что это у нас делать? Я... Так, сколько низких врагов с помощью высокого напряжения. Нажмите на первого врага, которого хотите атаковать. А если я, например, поставлю... Вот это уберу, а вот это поставлю. У нас же магия воздуха, да? И вот ураган, мне кажется, будет вообще здесь в тему. Ох ты! Ракетная башня. Бомбовая башня. Кислотная башня и морозная башня. Я в шоке, ребят, сколько здесь всяких этих... Так, смотрим, ракетная башня или бомбовая. Ну, бомбовая идет лучше. И дальность у них одинаковая между ракетной и бомбовой. Скорость только отличается. А вот кислотная или морозная башня... Кислотная как бы по урону будет лучше, но скорость стрельбы 9. Это быстро или медленный? Не знаю, это все надо, ребят, смотреть опять же. Опа, смотри, кто там стоит. Наставник, нет. Что еще за обман? И есть ли предел издевательством, на которое вы готовы пойти? Твари, прекращайте эти показухи, сейчас же. Это действительно я, юный герой. Демоны сохранили мне жизнь с помощью своих заклинаний, в надежде узнать мои самые сокровенные тайны. И хотя они пытали меня и причиняли мне невероятную боль, я не сказал им ни слова. Они поклялись меня убить, но собранные тобой фрагменты кристалла все еще могут нас спасти. Отлично. У нас снова появилась надежда. Я освобожу вас, хранитель. Вот оно что. Нет, самое важное сейчас фрагменты кристалла, они не должны попасть в лапы демонов. И единственный способ положить этому конец — собрать недостающие фрагменты и принести их к вершине горы. Ты очень сильно вырос с тех времен, когда был моим учеником. Ты сможешь это сделать. В этот раз я не подведу, клянусь вам, хранитель. Так, они хранителя утащили.
Ну что, вот я не знаю, ребята, а как можно растопить лед тут? Было сказано, вы можете растопить лед. Каким твою налево образом я смогу здесь что-то изменить? Мне вот это вот интересно. Так, там для летающих здесь, если что, вот такую поставим башню. Башни магов-то по-любому нужны тут, как ни крути. Но не только башни магов, нужна еще и вот такая вот башня. А здесь еще и лучники. Так, радиус тоже важен. Радиус и скорость стрельбы. Ну что, ребят, я готов. Блин, мумии и гоблины. Ну, фига ли. Сразу ману восполним. Не нравятся мне вот эти мумии. Я думаю, не надо объяснять, почему он меня бесит. Так, деньги начали падать. Манна, деньги, отлично. Так, будем тут, ну, справимся, я думаю, да? Прокачиваем на второй уровень. Пускай эти мухи улетают, потому что, ребята, если они в трупы залетят, ну, опять же, восстанут эти мумии. Это у нас псы, да? Опять же, 14... Да давай ты встань сюда, потому что там ты один дерешься, тут хотя бы нам башни еще и помогают. Окей. Ну и куда ты пошел? Мы его успеем бомбануть-то там? Нет, не успеем. Тут надо было магическую башню ставить. Магия очень хорошо с ними справляется. Я вот одного не понял. Как же все-таки, ребята, здесь проводу нам что-то втирали? Как-то можно... Лед этот растопить. А как? Может быть, надо было огненные заклинания какие-то брать. Так, ну с гоблинами, я думаю, справимся, да, тут? Да, с гоблинами справились. Четвертая волна. Скелеты пошли. Пошли скелетосы и наги. Блин, эти бегуны еще к тому же. Да ну хорош. Так, ставлю эту башню. А, вот, наконец-то они пошли. Я уже думал, что не пойдут понизу. Но они пошли, слава богу. Не надо, пожалуйста, лагать. Так, пробирки. Лучник. Лучник, в принципе, неплохо там бомбит. Вот эта башня, ребята, смотри, как она броню с них снимает. Просто на изи. Это, конечно, круто. А вот уже и зеленые орки. Мощные идут. Сохранюсь на всякий случай. Да как же вы меня... Ну ты посмотри, а. Что? Как? Вот как с ним бороться, ребята? Вот я лично ума не приложу. Ха-ха-ха.
Давай ты быстрее, господи. Они все кристаллы забрали, да, с собой? Ну ты посмотри, что вытворяет, а? Так, тут у меня... Куда потащили? Ужас. Вот так вот, ребятушки. Не зря их, блин, предупреждали нас, что это будет жесть, как сложно. Оно и правда так произошло. Три кристалла, вон они там лежат у нас. И это на шестой-то волне. Так, смерть. Смертушка там идет. Ну что, ты типа не видишь их, что ли? А, нет, подбили. Мы ее уничтожили там, смерть эту? По-моему, уничтожили. Вот тут, ребята, мумии. Башня-то это что? Прокачать-то я ее забыл. Так, ты давай опускайся на землю. Так, ребят, драконы. Кристаллы, кристаллы, кристаллы. На всякий случай, да, нормально получилось. Бж-бж, да, наги тут. Ну что ты, лучник, ну еле-еле стреляешь. Фьюх. Да, опять. Опять эти зеленые орки, а. Так вот сделаем. Кристалл оставь. Тыркает он уже там. Слушай, справимся. Вот этот торнадо, кстати, очень хорошо, ребята. Смотри, видишь, вода образовалась. То есть здесь они пройти не могут в данный момент. Но вода очень быстро замерзает, блин. И они вновь идут. Давай, 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 родные мои, не пропускаем никого. Что там, кристалл что ли утащил? Да, ребята, он кристалл там с собой тащит, тащит. А это кто? А не пора ли вам вылезти и показать свое нутро, блин, а? Ну? Там вода образовалась, да? Давай сделаем так. Просто катастрофа. Вот не будь у меня этих заклинашек, ребята, маны и все там подобное. О, как бы мы тут влипли бы. По полной бы программе. Еще как
какая-то ночь наступает. Так, манны нету. Так и тянется, ребят, за кристаллом, а? Ну ты посмотри, нет! Брось, говорю, каку. Иди сюда. Да блин, ну я в шоке, ребят. Я просто торнадо за торнадо вызываю, чтобы хоть как-то здесь справиться. Жестит, жестит, конечно, игра. Так. Отбрось кристалл, сказал. Мы вообще хоть там бомбим? Бомбим, но как-то очень слабо. А там целая орда, да? Прихватила уже. Мы и кристалл с тобой перетянули. Ну что, ребята, справимся мы с ними или нет? Хотелось бы, блин, не в это верить, что мы справимся, ребят. Куда ты потащил? Да ускоряйся ты, господи. Фух. Ну это трэш. Так, 15 уровень мы получили, ребят. 16 уровень. Так, ну что, давай открывать тогда. Вот этот, этот и вот этот. Спасибо. Блин, а там еще целая третья локация будет. Ёпрсоте, я не знаю, ребят. Так, 2 очка есть у нас. Поэтому давай-ка мы... А что это у нас такое? Так, сила ветра увеличивает скорострельность и атаку башен. После активации башни на время получает огромный прирост скорости и силы атаки. Вот это вот, конечно, наверное, нам очень бы пригодилось бы. 75 манны, правда, стоит дорого. Дорого, друзья мои, ну а что ж поделаешь. Призывает каменную стену, блокирующую путь врагам. Пройдите пальцы, ну понятно. Свет надежды. Жители гор, которым выпало жребий оказаться на этой развилке ночью, все как один рассказывают о невероятно ярком свете, освещавшем путь. Йо, ты посмотри, тут новый враг, ребят, какая-то горгулья идет. Подожди, а я же не брал, не взял пробирки. Какую начать игру? Можно как-то... Блин, а как выйти отсюда? А выйти никак, да? Молодец, Рэй, вот это ты. Ух ты, тайная башня и башня солнечного луча. Тайная башня вообще красота. Чего? Со всех сторон будут идти? Да, блин, да ну нафиг. А что за кристалл, ребят? Не знаю, какой-то кристалл тут стоит. Башня магов. Тут тоже башня магов. Я не знаю, как мы тут сейчас будем справляться. Они со всех сторон пойдут. Гоблины вначале пойдут на нас. Самые простенькие гоблины, да? А, тут стены еще какие-то. Да перейди ты сюда-то.
Скелеты. Блин, еще в темноте в этой ни шиша не видно, ребят. Что-то как-то уж больно затемненно. О, это что такое? Шары какие-то, ребят, выпадают нам. Так, там скелеты поперли. Так, какие-то башни, что-то... Ну, они... накапливают заряды какие-то, освещают свет. Что-то в этом роде. Так, здесь у нас никого нету, да? Поставим, наверное, вот так вот. Че, все, больше никого нету? Да, конечно, никого нету. Пока рубашим. Магические башни хороши, но, ребят, они очень медленные. Понимаешь? Они очень медленные. Да, блин, там наги, тут эти, блин. Так, это только третья волна. Давай, наверное, повысим уровень. Ну что там? Подожди, а знаешь, что я не понял? А почему у меня башни постоянно куда-то исчезают? Что за фокус это, я не понял. Что там, башня? А это что сейчас такое было? Что я сейчас сделал? А, глушил их. Так, там здоровый зеленый орк идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ускорься. Теперь вот здесь вот помогай. Запинали? Вроде как запинали. Блин. Дай-ка я сохранюсь на всякий случай. Так, атаку, наверное, прокачать надо, да? Магической башней. Да, блин, там зеленый орк. Лучник, что по нему стреляет, это, по-моему, бесполезно, да? Надо нам помогать. Если башни пробьют... Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Гаргулья. Убить гаргулью не так-то просто. Они полностью невосприимчивы к физическому урону, а их крылья дают им преимущество в подвижности в ходе боя. Схватив кристалл, они устремляются в небо, чтобы немедленно доставить его своему повелителю. Физический урон им по барабану, то есть... Да.
Ну это трэш, они сейчас, ребят, пробьют здесь мне врата, кстати. Денег катастрофически не хватает. Давай сделаем так. Просто, ребят, не было другого выбора. Так, накапливаем кристаллы. Зеленый орк. Да, две магические башни, конечно, хорошо, но, ребят, без поддержки, сам видишь. Нас там уничтожат. Мумия. Сейчас начнет оживлять трупы. А где мой... Блин! Кто там потащил кристалл, это уже не пойму. Ты что, чудишь? Я ни черта не вижу, ребят. Вижу, что кто-то кристалл там один пытается утащить. Ты это точно вижу. Так, давай иди сюда. Бомби по ним. Так, идет горгулька. Но она не добежала. Она очень слаба к физическому урону, ребят. Ой, к магическому. Конечно, к магическому. Кристалл один стырили. Ребята, горгулька все-таки постаралась. Она промчалась и... То есть, ты прикинь, она сразу хватает его и улетает с этим кристаллом. Ну, наги-то это, в принципе, ерунда, ребят. С нагами уже мы как бы... Опа! Да как так-то? Давай, бомби! Ты посмотри, где кристалл у нас один, ребят, находится. Да как, что ты не бьешь-то, господи? Ребят, вот этот кристалл в самой, да, блин, большой опасности. В огромной прям. Смотри, что творит, а? Не так уж много кристаллов, если честно, тут осталось-то всего лишь. Оу, щит. Ну, тут сложно. Потому что там кристаллы, ребята, вот почти утащили. И здесь. Еще утворяет.
Еще один кристалл украли, ребята. Еще один сейчас стырят. Фейл. Это, ребята, фейл чистой воды. Всего осталось два кристалла. Ну, серьезно. Один кристалл я, надеюсь, спасти смогу. Магии нету, понимаешь? Ману дали. Видишь, кто там ползет? Зеленый орк. Я не знаю, как тут, ребят, можно это... Он потащил. Они тащат, я не успеваю ничего сделать, ребят. Башня, ну вы хоть будете мне помогать? Нет, 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 нет. Помогать они мне не собираются. У меня ни манны, ничего нету. Все, растащили. С деньгами вообще, ребят, проблема. Денег вообще не выдают они, прикинь мне. Приближается последняя волна. Знаешь, это уже из последних сил, ребят. Ну куда ты? Да скелет, господи. Блин, я нашел все. Как бы не так. Что-то такая музыка тревожная, блин. О, ребятушки. Да вы издеваетесь, что ли, твою налево, блин. Утащит сейчас, ребят. Она ушла. Ну, ушла с кристаллом от меня. Пипец. Просто трындец, ребят. Ну, даже уровень не получил. Поражение. Что значит начать игру? Да ну, ребят. На сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Это... Ну что это? Это без заклинаний, без всего идти сюда. Это смерти подобное. Тогда все, ребят, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.